такой части интересной. Все вы видели в анонсе к нашему празднику, по факту, конкурс «Киллингей». Что такое «Киллингей»? Кто знает? Переведите. Невесточка. Да? Вот сейчас ежегодно международный конкурс проходит татарских женщин, девушек. В Казани он организован, и вот по всему миру. И в Москве, вот мы, как бы наш первый шаг, мы тоже уже просмотрели очень много замечательных, красивых и талантливых девушек, умеющих все. И сегодня мы хотим представить вот московских, ну, на наш взгляд, самых лучших. Наших финалистов. И жюри наше, которое же будет состоять, конечно же, из мужчин. Мы приглашаем сюда наших замечательных мужчин. Ильдара Шикапова, заслуженный артист России, художественный руководитель Татарского культурного центра. Ильдара, вы можете сюда сесть? Вот, девушки, в Медину, для вас не студенты специально целый вечер. Ильдара, вы. И, конечно же, мужчины – это Илья Скисаенов, наш ведущий, ваши аплодисменты. У нас все возрастают, девочки. Вот держали место, как раз вы сами здесь. И солист, вокалист, талантливый очень наш молодой человек, Ренат Закиров. Ваши аплодисменты. Ну и приглашаем наших финалисток. Это две прекрасные наши. Я не могу назвать их женщинами, да? Но девушки. Альбина Савина и Ильдара Мухаммеджанова. Совсем недавно мы вышли замуж. Вот такие замечательные, настоящие подарки. Аплодисментами испугайте их, они стесняются. В чем заключалась наша задача нашего конкурса? Но у нас как бы свои такие условия. Это прежде всего мужья сказали, что они замечательные жены, это самое главное оценка их мужей. Второе, это кулинарные изделия. Вот Медина, ансамбль, Альфия и Нурия, помогите, пожалуйста. Вот кто что испек, такую красоту. Давайте посмотрим. Вы говорите, вот кто кому подошел, тот значит так. Вот эти вот очень вкусные. Пирожки с капустой и с картошкой. Здесь нежный бисквитный торт. Да. Вкусный крем прям такой очень красивый. Ну прям на все вкусы, жюри. Вам прям сегодня повезло. Подождите всем. Мы сейчас продлим это удовольствие, да, чтобы все сразу слюнки текли, да. Мы для жюри сейчас вот выведем отдельные кусочки, да, вот. А потом остальным тоже дадим попробовать. А в это время, уважаемые жюри, мы можем послушать, как наши конкурсантки приготовили песню. Слезам? Мы с огромным удовольствием послушали, конечно. Я чувствую, что все приготовленная пища очень вкусно знала с вечера через ушел. Ждем. Мы тоже не